Туве появятся две новые особо охраняемые природные территории. В рамках реализации мероприятий «Года экологии» в России планируется к имеющимся особо охраняемым территориям республики добавить в ближайшие два года природный парк Шанчи и государственный природный заказник Бура. Создание новых и расширение существующих особо охраняемых территорий регионального значения позволит увеличить их общую площадь, сохранить ключевые природные комплексы краснокнижных животных и растений, также будет способствовать развитию туристической и просветительской деятельности. В Туве на данный момент 14 государственных природных заказников, 15 памятников природы и один природный парк Тыва с тремя кластерными участками Тайга, Шуй и Ушпельдир. На сегодняшний день подготовлены материалы комплексного экологического обследования и материалы научных исследований по потенциальным объектам Шанчи и государственного природного заказника Бура. В 2018 году материалы будут направлены в Минприроды России для согласования.